Каждый из этих мальчишек и девчонок мечтает достичь высоких результатов в дзюдо. Ежедневно тренируются, посещают сборы, а еще с большим удовольствием ходят на мастер-классы своих кумиров. Так в Барнаул пожаловал заслуженный мастер спорта по дзюдо, тренер сборной России до 18 лет и бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Вопросов. По словам чемпиона, в его детстве не хватало таких мастер-классов, когда к тебе на тренировку приходит именитый спортсмен. Честно, нет, не было такого. Не хватало вот этого? Да, это на самом деле Федерация дзюдо делает большой вклад в развитие дзюдо. Ну и вот, когда мы начинали, ну мы тоже в тяжелое время начинали, залов не хватало, как бы никто не занимался спортом. Сейчас намного лучше. Им важно подержаться, как-то взять частичку какого-то большого для себя. Вот. Ну, много положительных эмоций, это самое главное. Кирилл вместе со своим коллегой Михаилом Пуляевым, он в свое время выиграл командный чемпионат мира, рассказали, как попали в дзюдо, через что им пришлось пройти, чтобы стать именитыми спортсменами, а также поделились своими коронными бросками. Когда у нас, я к нам приходил на тренировку, тоже какой-нибудь человек, который добился высоких результатов, было как праздник посмотреть как на его технику. Вот, и как бы очень важно передавать новому поколению свои знания, чтобы они учились. Не все станут чемпионами, но хорошими людьми быть обязаны. Для алтайских ребят предстоящее первенство России – это отличный шанс показать себя и попасть в состав главной команды страны. Тренерский состав верит, что среди наших спортсменов зажжется новая звездочка в мире дзюдо. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.